На территории гимназии номер 16 установили памятник, посвященный учителям России. Его открытие состоялось накануне профессионального праздника людей, которые дарят знания и доброту своих сердец детям. На торжественной линейке присутствовали сотрудники администрации округа, воспитанники, педагоги и руководство гимназии. Ученики школы флагмана выступили с танцевальными номерами, после чего на празднике прозвучали стихи Андрея Дементьева «Не смейте забывать учителей». Право открыть памятник предоставили директору гимназии номер 16 Ирине Снегиревой. Быть учителем непросто. Нужно много сил тратить не только на то, чтобы самообразовываться, получать новые знания, но и уметь передать подрастающему поколению. Я очень благодарна педагогам, административно-управленческому персоналу школы флагмана, гимназии номер 16 «Интерес», что они вышли с такой инициативой по открытию памятника учителям России. Символы этого памятника понятны и близки каждому. Раскрытая книга – это доступные знания и важность образования. Это культурное наследие и традиции. Это следование своей мечте. Глобус – это поиск и открытие новых знаний. Исследование мира, развитие любознательности и критического мышления. Пеликан – это забота учителей о своих учениках. Это мудрость и защита. Это щедрость и самоотверженность. Это сотрудничество и поддержка друг друга.